Приветствую вас на моем канале. Сегодня мое блюдо для любителей морепродуктов. Фаршируем кальмары. Кальмары мы будем фаршировать очень простой, вкусной начинкой. Это рис, мидии, креветочки и хвостики кальмаров. Все будет очень просто, вкусно. Посмотрите, пожалуйста, какие румяные и аппетитненькие получились у нас кальмары. И что мне нравится в этом блюде, что каждый кальмар – это уже готовое порционное блюдо на одного человека. А когда у тебя кальмаров целый противень, то нужно пригласить огромную компанию. Нам понадобится одна чашка вареного риса. Мы рис предварительно отварили. И в рис добавляем мидии, креветочки и вот хвостики от кальмаров я нарезала на такие полосочки. Креветки и мидии были в собственном соку. Хотите, можно купить просто отваренные креветки или самим приготовить, отварить, не вопрос. Добавляем. Сюда также в начинку пойдет 1-2 сочных помидора в зависимости от размера. Можно мякоть убрать, но сочность здесь не помешает. В эту начинку также добавить соль, черный свежемолотый перчик и обязательно добавить или сметанку, или майонез. В моем случае я добавила майонез. Хорошо перемешиваем и даем начинке постоять минут 10, пусть все пропитается. А мы пока с вами займемся кальмарами. Что самое главное при приготовлении кальмара? Самое главное не переварить. Это очень вкусный, но деликатный продукт, который, если передержать в горячей воде, переварить будет жесткий, как резина. Не забываем убрать в кальмаре гладиус, это такая тонкая пластиночка. И у меня кальмары почищенные. Если вы берете не почищенные, естественно, кальмары нужно почистить, убрать эту пластиночку, хорошо промыть и только тогда фаршировать. Дальше все легко и просто. Мы берем готовую начинку, берем кальмар и наполняем каждый кальмар нашей начинкой. Если какие-то хвостики отломились, как в моем случае, можно их приложить, и они рядышком будут вкусные. Можно порезать и добавить вовнутрь. Как хотите, хозяин-барин. Кашу маслом не испортишь. Это именно этот вариант. Для фаршированных кальмар нам нужна заливка. Заливку приготовить очень просто. Для заливки берется одна банка сметаны любой жирности, добавляется соль, добавляется свежемолотый черный перчик и чесночок. Конечно, лучше добавить 2 зубчика через пресс чеснока, но у меня чеснока свежего не было, я добавила порошок. Кальмары покрываем сметанно-чесночным соусом. А дальше мы берем твердый сыр, трем на терочку и также присыпаем наши кальмары. Ставим в духовочку ровно на 20 минут, как я сказала ранее. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал, кто ставит лайки, пишет добрые комменты. Берегите себя. С уважением, Алена. Пока-пока.